На данном видеоуроке я хочу показать, как можно и нужно избавляться от количества редакций, которая есть и заложена в базе в программе WordPress. Вот смотрите, здесь, когда редактируете запись или страницы, у меня уже накопилось 7 редакций. Ну и нежелательно бы, чтобы их было много. Вообще WordPress предусмотрено их до 25 вариантов. Ну, конечно, это хорошо, но в данном случае это для меня избыточно. Вот мне нужно, ну, максимум 2 варианта для дальнейшей работы. Как это можно сделать? Как избавиться от количества этих редакций? Нужно будет в файле wp-config прописать вот эти вот строки. Количество 5, предположим, это обозначает количество редакций. Ну, в данном случае я хочу поставить 1, ну, 2 максимум. Или прописываем вот эту строку. Эти выражения, эти перемены я поставлю внизу видео, и там можно будет их скопировать себе. Ну, желательно где-то в программку, я пользуюсь лично Notepad++. Ну вот, давайте мы сейчас сделаем и пойдем в файл wp-config.php. Вот этот файл, копируем эту строку и вставляем ниже. Количество редакций сделаем 2 варианта и сохраняем изменения. Давайте сейчас посмотрим, как работает наша программка. Ну, допустим, мы сейчас опубликуем. Итак, мы вставляем эту переменную. Наше количество редакций будет 0. И сохраняем наше изменение. Если мы сейчас отредактируем страницу, ну, предположим, поставим пробел, обновим. То мы видим, что у нас здесь в правой части в количестве редакций она вообще теперь отсутствует. Таким образом можно избавиться от ненужного количества редакций. На этом мы завершаем наше видео. Спасибо за внимание. С вами был SeepDay Tom.